Теперь в школе номер 19 занятия, лабораторные работы и проектная деятельность по химии, биологии станут интересными, как никогда ранее. И все благодаря точке роста. Ее открытие стало подарком для педагогов и учеников. «Точка роста» – это уникальный проект, созданный Министерством просвещения в 2019 году в рамках национального проекта образования. На базе учебных заведений в сельской местности и небольших городах численности до 60 тысяч человек создаются образовательные центры естественно-научного, технического, гуманитарного, цифрового профиля. Основная цель точки роста – создание равных возможностей получения конкурентоспособного образования для ребят из сельских и городских школ. Мы можем проводить разные опыты. Такое замечательное оборудование у нас здесь. Ребенок очень доволен. Спасибо большое. Проверить показатели влажности воздуха, температуру окружающей среды, провести регистрацию измерения удельной электропроводности водных растворов веществ – это лишь небольшая часть заданий, которые с удовольствием выполняют школьники с помощью специальных датчиков. Точка роста оснащена современным оборудованием. Например, все результаты опытов, которые проводят ребята, отображаются на интерактивной доске. В образовательном центре установлена цифровая лаборатория. Это специальный комплекс учебного оборудования. В его составе измерительный блок, интерфейс которого позволяет обеспечивать связь с регистратором данных и набор датчиков, регистрирующих значения различных физических величин. Это более наглядно, так скажем. То есть дети видят результаты своей деятельности сразу на экране компьютера в виде либо картинок, как, например, на уроке биологии, либо, как у меня на химии, это в виде готовых цифр, которые они могут уже использовать в своей дальнейшей научной проектной деятельности. Это все очень доступно, интересно, главное, наглядно. Мы тоже вместе с обучающимися знакомимся с датчиками, с цифровым оборудованием, проходили курсы специальной академии просвещения, чтобы познакомиться с оборудованием. И теперь потихонечку будем внедрять в нашу работу. Всего же в городском округе открыты 6 точек роста. Важно то, что благодаря проекту меняется жизнь не только образовательных учреждений, но и целых населенных пунктов. Ведь точка роста – это еще и общественное пространство, где педагоги, ученики и их родители, а также местные жители могут вести проектную и творческую деятельность. Анна Балиет, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.